Здравствуйте, здравствуйте, мои дорогие, любимые подписчики. Ну что, давайте продолжим наши похождения по виртуальному миру GTA 5. Вот, в прошлой серии, как вы помните, мы отобрали трактор. И сейчас такие блатные ездим тут на нем. На заправочку можно заехать, заправиться. Нет, конечно же, да? Не до такой степени все реалистично. Так, ну что, давайте врубим карту. И попробуем тут кого-нибудь выбрать. Какое-то задание. Так, так, где я нахожусь? Ой, я далеко нахожусь. Ну давайте выберем вот этого Соломона. Кто это такой вообще? Что-то я забыл. И кто такой Девин? Кстати, у меня какие-то глюки. Напишите, есть у вас такое или нет. Что у меня в карте очень падает FPS. Все тормозит. И с чем это связано, я не знаю. И это очень сильно кумарит, конечно же. А ну-ка, Хаммер. Дай мне Хаммер, чувачок. Потому что трактор это, конечно, все хорошо, но... Это очень медленно. Пошли. Так, ну поедем до какого-то Соломона. Ой, зайчик, смотрите, я его не задавил. Хаммер все-таки высокий. Как он там изнутри выглядит? Ну, нормально он выглядит. Прикольно. Еще нужно будет, конечно же, поиграть в GTA Online. Но все-таки мне хотелось бы поиграть уже, когда полностью я сюжетку пройду. Чтобы хорошо понимать все аспекты игры. Чтобы было все открытое оружие полностью на 100%. Всем оружием я уже попользовался. Ну, то есть, чтобы хорошо... Так, какой-то чувак просит помощи. Что ты хочешь? В аэропорт? Ну давай, сколько ты там заплатишь? 200 баксов, как всегда. Ты факи тыкаешь? Ну ладно. Я мог бы тебя, конечно, сбить. Я, наверное, так и сделаю. А ну-ка, чувачок, факи мне тыкал, да? Факи мне тыкал, да? Опа! Опа! Смотрите-ка. И опять факи тычет. Ну вы представляете? Я уже проехался по нему. А он все равно факи тычет. Ох, людишки, не отучишь их от плохих привычек. Так, чувачок нам рассказывает какие-то байки. Элита, брат. Пока мне, конечно, по пути. Да, ну там немножко придется проехать. Ну вот, как я и рассказывал, в ужасном меню все тормозит. С чем это связано, не знаю, но кумарит сильно. Да, много чего пропускаешь, к сожалению, с такими приколами, что русификация только субтитрами. Приходится иногда отвлекаться на дорогу, а субтитры пропускать. Ну, в принципе, это не смертельно.
В принципе, все записывается, потом можно будет когда-то запустить как воспоминания, посмотреть ролики и все читать. Удобно. Так, а это его до аэропорта довезу, да? В принципе, можно, конечно, там заехать на аэропорт, немножко подебоширить. Да не ссы ты, я просто знаки сбиваю, господи. Это ж не смертельно. Можно заехать на аэропорт, там стырить вертолет или истребитель. Или еще какое-нибудь летательное средство. И, ну, конечно, там полиция подымется. Скорее всего, меня замочат. Так, сколько ты мне заплатишь, чувак? 100 баксов? Сука. Куда ты едешь? Ты придурок, еще и факел тычет. Ой. Алло. Что с вами, ребятки? Я ни до кого не лезу, я просто... Ой, извини, чувак. Я не специально. Что ж у вас тут происходит? Больные ублюдки, мать вашу. Так, немножко я поехал против течения. Ну ничего. На Хаммере можно. Да, движение, конечно, сделали в GTA 5 не то, что в четверке. Хотя, тут еще от настроек зависит, насколько я понимаю. Плотность. Блин, куда-то я вообще не туда еду. Тут еще от настроек, как я понимаю, все зависит. По-моему, там есть плотность трафика в настройках. И она у меня выставлена, если не ошибаюсь, на максимум. В общем и целом, конечно, GTA прикольная игрушка. Но вообще, конечно, может даже я большего ожидал, не знаю. Не скажу, что это прям шедевр. Ну, еще плюс, если бы его выпустили вовремя с консолями, в тот же день. Или хотя бы там через месяц. Ну, а когда ее выпустили, я не знаю, сколько времени прошло. Ну, до хрена. Ну, года два, наверное, точно. Так куда ж ты едешь? Интерес, конечно, уже подубавился. Плюс, хотя я ролики не смотрел, хотя они были на каждом шагу. Скрины, ролики, все на свете. Иногда так много материала по игрушке, что если его весь смотреть, когда начинаешь играть, уже такое впечатление, что ты в эту игрушку, что ты в нее играл и уже ее даже прошел. Вот, например, как с Ведьмаком третьим. Это такая же фигня, хотя я, опять же, тоже пропускаю все ролики с этой игрушкой, весь контент, который есть в инете. Ну, там пару таких смотрел, вот этих. Не сам геймплей прохождения, а кинематографических, вы поняли. Так, как мне заехать до этого придурка? Вот сюда, что ли? Я думаю, если я сейчас туда заеду, они все начнут в меня стрелять и так далее. Это какая-то... Это то ли киностудия, по-моему, охраняемая. Давайте сейчас попробуем туда вот так вот сделать, полезть через верх, если есть такая возможность. Тихо. Вроде чисто. О, здрасте. Hello.
Здравствуйте. Заходите, заходите. Спасибо. Вы, наверное, Майкл? Да. Раньше у меня было 3 секретарши, а теперь я сам варю себе кофе и сам себя ублажаю. Видишь, идут корабли, но за стенами мы в безопасности. Нельсон, Неаполе. Плутон, гад, я же просил Марс. Предплечье Ориона, 2. Дэвисон Уэтсон говорил, что вы фанат, страшный фанат. Майкл, скажите. Дэвин Уэтсон, он хочет, чтобы вы меня убрали? Вовсе нет. Он сказал, что вы уходите на покой, но при этом нам нужна помощь. Майкл, на покой уходят только кретины. Они с моим сынком хотят меня убрать и построить тут кондониум, парк развлечений или что-то в этом роде. Но ведь у нас есть... Может, у них другие грезы? Иногда я их понимаю. Знаете, как говорится, я никогда не работаю с детьми и животными. Ну так вот, я хочу продолжить. Никогда не работаю с режиссерами и актерами. Этот фильм меня убьет. А о чем он? Идеальный проект. Действие происходит в Либерти-Сити. Катастрофа. Все снимается вон там, перед зеленым экраном. Мы берем финансовый кризис и сводим его к примитивному конфликту между двумя яппи. И там полно тренировочного монтажа. Так в чем проблема? Милтон Макелрой. Я дал ему вторую главную роль, потому что он дешевый актер. И никакого таланта, кстати. Ну вот, а у него новый агент Рокко Пелузи. Он приставал к нам с требованием пересмотреть контракт. А теперь решил задержать съемки до тех пор, пока не получат гонорар. Да, похоже, это проблема. И была бы, если бы режиссер хотел снимать. Антон Бодлер. Слышали про такого? Неудивительно. У него нервный срыв, он сейчас, наверное, спит. Обоссанный в какой-нибудь дыре. Так. Похоже, у вас теперь есть новый ассистент. Но ублажать я вас не буду. А я вас уже практически не успел прочитать. Фух. Не, ребятки, я так постоянно читать не буду, потому что у меня под конец записи горло просто лопнет. И голосовые связки повылазят. Ох, какая точила. Кстати, тачки можно возить и сдавать в гараж за бабло. Я специально так поехал посмотреть, что тут как у него стоит. Вы не подумайте. Вот. Не знаю, там дают, в принципе, неплохие деньги. Отлично, отлично. Я вспомнил, что из-за волнения упустил кое-какие детали. Да, это было очевидно. Вы хотите, чтобы это Пелузи замочили? Нет, о боже, нет. Это вариант? Нет, плохая мысль. Нет, никого не мочить. Просто научите его хорошим манерам. Видите ли, он имеет большое влияние на моего режиссера, так что проучите засранца, верните талант на съемочную площадку. В идеале, настроенным на сотрудничество. Я попробую что-нибудь сделать, все будет в клубе. Говорят, что это не клуб, а скорее гадючник. Антон и Милтон должны там быть. Пелузи должен их там подобрать и отвезти к адвокату, подписывать контракты. Если он узнает, что в клуб отправится человек со студии, он быстро их оттуда. Ладно, я буду действовать тихо. Увидимся на съемках, босс. Так, чувак, отойди. Ублюдок. А это что, бассейн? А, это парковочная площадка. Только как-то она интересно реализована. Как... Сюда же будет вся вода сливаться. Или он там типа посередке, да, сливочная просека. Ладно. Откройте мне, товарищ. Откройте. Откройте. Ну ты дебил, ну тебя нахер. Уйдите от полицейских, чё за бред? Я ж официально с человеком поговорил и выехал. Теперь уйдите от полицейских. Ну ладно. Надо было незаметно выйти, как я и вошел. В принципе, от копов тут не так уж тяжело отрываться, просто что это время некоторое занимает.
так не тяжело даже. Откройте ворота, я приехал к вам в гости. Лол, что? А это не моя хата, не. Смотрите, тачка стоит. Кто это? Куда я приехал? Подруга, спасибо, что открыла ворота и дала мне уйти от копов. А ты куда едешь? А? Что это вообще, я не пойму. Зашел в какой-то левый двор, тут какая-то тёлка сидит, газует. Такое впечатление, что это игрок настоящий, а не бот. И никуда не едет, ну ладно. Можно было, конечно, тебя выбросить, стоит ачивы, красная, она симпатичная, но у меня тоже неплохая, в принципе. А теперь открывается. Ворота открываются. Так, ну поехали, что там за задание? Какому-то ублюдку надо настучать по таблу. Графон, конечно, неплохой. Но вот физика машин меня не особо, честно говоря, удовлетворяет. Мне кажется, в четверке даже было покруче. Или может тут специально Rockstar сделали, чтобы физику попроще, чтобы меньше производительности. Это же тоже все обсчитывается, не забывайте, друзья мои. Поэтому может сделали физику попроще, чтобы не так это дохрена отжирало производительность. Особенно учитывая, что изначально игрушка вышла на консолях. А там с производительностью беда. Ее мало всегда. Поэтому, может, из-за этого. Вот взрывы машин тут реализованы очень хреново. Например, в той же четверке взрывать машины было очень интересно. Они красиво взрывались, приятно. Тут же иногда даже ты не поймешь, ты взорвал машину или нет. То есть как-то все это нарисовано, огонь, взрыв, весьма убого. Может и правдоподобно, я не знаю. Ну, в принципе, надо увидеть, как настоящая машина взрывается. Но в плане зрелищности, все-таки это игра, и тут в первую очередь надо реализовывать зрелищность, чтобы это все было прикольно, все смотрелось, а не только в плане реала. Хотя я сомневаюсь, в реале взорвать машину не так уж просто, я думаю. Ну, короче, реализация тут взрыва машин мне лично не понравилась. Так, и что? Приехал я. Что дальше? Так, это что, этот чувак прилетел? Я сейчас буду. Они садятся, блин, сейчас. Это дебильное задание. Погоня за вертолетом по городу. Скорее всего, а там не знаю. Не, или все-таки приехали. Так, доберитесь до вертолетной площадки, не привлекая внимания Рокко. Ну и как же я могу привлечь внимание Рокко? Так, ну вижу вон лестницу. Ой, там кто-то стоит. Тихо, надо аккуратненько. Котик, иди отсюда, дебил. Ой, голубь. Так, куда мне дальше, ребятки? Ой, нет, он туда не допрыгнет. Так, а его ж можно убрать, в принципе, да? Тихонько.
Блин, у меня все пистолеты и нету глушаков. А что насчет, блин? У меня же было этот шокер. Шокер, но это, наверное, не у этого чувака. Так, убил. Пришлось. Что? Рука узнала вас. Как он узнал? Все же было нормально. Я того чувака убил. Бошку. Сука. Задания именно тяжелые, вот этими непонятными проколами. Так-то они в плане выполнения не представляют особой сложности. Вот как например, там было в Vice City, по-моему, когда там нужно было маленьким вертолетом игрушечным взорвать здание. Типа, да, вертолетика привязана бомба. И ты влетаешь в здание, там в определенное место и взрываешь его, этот вертолет, активируешь бомбу. Тихо. Присядь. Блять, присядь. Надо сразу вырубить этого чувака просто-напросто. Пошел ты, нигер. Видите, поджопник сделал, и он вырубился. Прикольно же. Вот. То есть таких тут вроде заданий пока не было. Все в этом плане нормально. Ну вот разные там неточности, приколы, какую-то ошибку делаешь, и все, задание проваливается. Ой. Так, куда мне дальше? Мне вообще в это помещение надо зайти, да? Или как? Нет. А что тогда? Наверх залезть? А, вон там лестница. Так, ну вроде я продвигаюсь. Вроде пока получается. Ой, тут какой-то мудак. Кто этот осел? Эй, ты! Оказалось, что ребята просто обожают свои контракты. Так что они вернутся на площадку вместе со мной. Нет, ты посмотри на этого мудака. Не надо, я с ним разберусь. Оба, будет валево. Пошел ты, пошел ты. Пошел ты. Ты на кого нарвался, мать твою? Я ж тебя закостыляю, я ж тебя убью. Все. Слабак. Ну ладно, смугляшка. Так, запугали этого чувака. Теперь берем вертолетик и улетаем отсюда. Куда путь держим? А, мне еще и этих придурков запугать надо. Так, ну это такое заданница, да. Это будет тяжело, потому что... Ой, потому что вот так вот будет.
Уже дымит вертолет. Вы смотрели ту серию, когда я... Ой. Тихо. Ой. Вы смотрели ту серию, когда я этот... Стыбзил вертолет с военной базы. Это было тяжело, скажу я вам, ребята. О, все, мы их запугали, теперь можно вернуться в студию, посадить там вертолет, и все будет окей. Да, город, конечно, прикольно реализован. А как все начиналось, да, из какой-то двухмерной игрушки с видом сверху и выросло в такого монстра, ГТА. Они, наверное, по доходам сейчас одни из самых первых. Но вот там надо сравнить этих, тех ребят, которые код делают, батлу и рокстаровцев с их ГТА. Так, 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 тихо, тихо, тихо. Тихо, тихо, тихо. Куда мне там сесть нужно, пока не сильно понимаю. А, вижу. Ну да, он говорит, давай в бассейн. Так что все-таки это бассейн, а не парковка. Не знаю. Идите в кабинет Соломона. Побежали, чувак. Побежали, какого хрена вы еле идете? А вот и Соломончик. Какой чудесный сюрприз. Антон, мальчик мой. Я знаю, ты ведь художник. А этот сценарий — искусство в чистом виде. Примитивная, полная клише, куча дерьма, из которой ты сделаешь сказку. Давай, соберись. Я тебя обожаю. Так, Соломон. Тут Милтон хочет кое-что сказать. Говори. Я просто хочу сказать. Извините за возникшее недопонимание, сэр. И я благодарен за все возможности, которые... Конечно, конечно. У вас просто талант, я вас люблю. Спасибо за комплимент. Нет, это от всего сердца. Боюсь показаться навязчивым, но могу я вам к вам обратиться? На этом проекте, похоже, лежит проклятие. Поэтому мне нужен помощник продюсера. Я бы с удовольствием. Мы еще поговорим, мне пора. А, да, черт побери. Yes, yes. Вот так вот, ребятки. Да, еще есть редактор. Бесшумный убийца 1, перезапуск, неуязвимый, да, идеальный тачдаун. Ладно, идите нахрен. Да, еще есть рекламированный редактор. Но это тоже уже потом будем разбираться с этим всем. С редакторами, с GTA Online. Так, вертолетик уже горит. Наверное, опасно на нем летать, да? Как вы думаете, друзья мои? Что-то вот тут огонек я только что видел. Из этих сопел. Ну, давайте рискнем, а что? Перед этим сохраниться надо, на всякий. Ой, подождите. Что ж я делаю? Не так же сохраняться тут. Вот так вот. Смотрите, 42% пройдено. Это хорошо. То есть уже практически половина. Ну, чуть меньше половины. Так, давайте полетим на
как там у нас? Ну, Д, кто там? Дэвид, не помню. Какой-то хрен на Д. Полетим туда, посмотрим, что он нам скажет. А потом можем, может, переключимся на нигера. Я не помню, честно говоря, как их зовут. Не запомнил. Переключимся на нашего любимого нигера. А то что-то давненько за него не играли всего. Штучка. Ой, мать твою, да нет же. Только не это, мать твою, нет. Ух. Вроде пронесло. Я думал, он сейчас взорвется, вертолет. Так, ну давайте тут сядем. Попробуем аккуратненько. Тихо ты, мать твою. Столбик упал. Вот раньше, кстати... Ой. Хочется с проезжей части убрать его. А то он исчезнет наверняка, если на проезжей части. А тут может и останется. И можно будет тогда сесть и улететь на нем, выполнять задание. Так. О, вот наш... А, тут все мои дебилы в сборе. Понятно. Как делишки. Вы наденьте форму дорожной полиции и ограбите двух богатеньких детишек, которые я лично терпеть не могу. Зачем? В Азии мы продадим машину по хорошей цене. Просто сделайте это, и вам всем щедро. Ты опаздываешь, зайка. Ну да, так что происходит? Наконец-то сбудется твоя заветная мечта. Ты нарядишься полицейским. Исследовательская группа мистера Уэстона, что мальчик любит ездить по шоссе Сеннера. Похоже, дело несложное. Эй, вы двое, двигайте. Поехали, тихо. Чувак, я не знаю, но мне не нравится. Моя жизнь и так уже в полном дерьме. Слушай, я дарвинист, врубаешься? Кто-то процветает, кто-то бедствует. А ты, похоже, совсем с ума спятил. Это же твой шанс. Выбирай, поднимешься ли ты наверх, или уже достиг максимума. Похоже, мы это выясним. Похоже, выясним, чувак. Садитесь в машину. А вот мы и будем играть за нашего любимого нигера. Зачем только тех показали, двух придурков? Я вообще-то приехал туда Майклом выполнять задание. А, Тревор, Майкл, да, и как этого? Забыл, Ти-Ти. Его Ти называют, да? Полное имя, не помню. Ладно, это не важно. Так что мне надо сделать? В принципе, можно посмотреть. Сбереть тачки какие-то, переодеться полицейским. Что там за хрень? Правильно я повернул? Вроде правильно. Да, тут без GPS хрен куда приедешь. Такая запутанная система. Так, едем, едем, едем на максимальной скорости. Как можно быстрее стараемся приехать туда. Скорость у тачки хорошая. Привет, Фрэнк. Тихо. Восход. О, на перегонки.
У них тачки крутые какие-то. А куда едем? Вы хотя бы отметки поставили. А, ну тут, короче, по этому. Все уже так сделано, чтоб я их только догонял. Обогнать я их, наверное, не смогу при любом желании. Хотя хрен его знает. Ой, капс. Это замедление. Хотя замедление тяжело капс нажимать. Он не сильно в удобном месте для пальцев. Вождение 100 из 100. Да я пока без вашего этого даже справляюсь. Но только вот когда я нажимаю, видите, я сразу их обонять начинаю. Вот это мне нравится. Но все равно, я думаю, это невозможно мне их обогнать. Вот эту вот вторую иногда обгоняю. Первую вообще даже приближаюсь, и все на расстоянии. Ой, обогнал. Он вообще как будто врезался, по-моему. Смотрите-ка, начинаю первую догонять. Скорости тупо не хватает. Что? Лол, что это было? Короче, бред полный. Он автоматом затормозил, начал вилять. Какая-то хрень, не люблю такого. Мы такие копы. Так. Мне же еще его обогнать надо или как? Чтоб остановить. Попробую еще это сделать, да еще на каком-то мотоцикле. На мотоцикле. На каком-то мотоцикле несчастном. Так, но пока ничего не получается. Как догнать этих придурков? Ну, опять же, да, тут сделано, что ты их не догонишь, но никак. Тебе кажется, Тревор. С дороги, байкеры, у нас важное полицейское дело. Всем остановиться, вот это ты придурок, что ты мелешь? Остановитесь, сынки, мать вашу. Не, что-то они не думают останавливаться. О, останавливаются. Да пошел ты в жопу, козел, блядь.
You know how fast you're going? Yeah, I don't know, officer. I try to keep it under the limit. Well, you and your boys look like you were drag racing from where we are sitting there, so why don't you get yourself out of the car? Come on. Officer. Yes, it is. Get out. Come on. Hands on the car. Let's go. Come on. Get out of the fucking car! Hey! Hey, hey, hey! Do me fucking car. Alright, we got a fucking car, you pint-sized prick! You little shit, get the fuck out of here! Вали отсюда, нахер. Больные ублюдки. Поезжайте в гараж, вот это точило. Хрена себе. Выберите персонажа, с которым хотите участвовать в гонке. Да, наверное, этим и буду участвовать. Что там у Тревора? Ой. Чита. А этот чувак вторым въехал, кстати. Так что, лол, что? Чё он не переключается, блядь? Что это за западло? Блядь. Что за козлы, а? Я хочу Майклом поучаствовать. Вот ублюдки, блядь. И что дальше? Да, ну и бред, переключился на свою голову. Просто надули меня, суки. Я хотел Майклом поиграть. У него тачка, по-моему, круче. Выглядит она. Хотя и это выглядит сзади похоже на эту. На Бэтмобиль. И сзади напоминает летучую мышь форма. Думаю, вы со мной согласитесь. Если согласны, ставьте лайк, мать вашу. Главное не разбиться, а то машинка в щепки разлетится. Машины тут, если с высоты падают, взрываются как-то. Вот какие-то бомбочки. Ну, вы видели сами видео, у меня было раза три, наверное, или четыре, что я прыгал с высоты, и машина взрывается. Не сильно это прикольно, кстати. Ой, нет! Ух ты, смотрите, она такая плоская, что просто машина под машину подъезжает. Почему нельзя переключаться? Понятно, может там что-то писалось, но я... Тут сильно много надо, особенно если с голосом пишешь, что вообще надо и разговаривать, и играть, и смотреть, чтобы не врезаться, и надо титры почитывать, и про задание помнить, и за записью следить. Ну, короче, грёбаным надо быть Цезарем, чтобы это все делать. Не, ну это, конечно, я не про себя, но не подумать. Тихо, тихо, тихо. Не, ну никак, не точно. Или это... А, он Тина Тревора называет Ти. Короче. Фрэнки, по-моему, нигер это Фрэнки. Ой. Джон Миллиметрон, вы видели? Чуть не влупился меня чувачок сбоку. Ой, столбик. Светофорчик сбил. Тихо. Вон чувак стоит, пофиг. Светофор сбили, рядом с ним по ногам проехали.
Да насрать ему вообще на это. Точило крутые. Пацаненок и два старых пердуна. Пацаненок и два старых пердуна. Эй, хоми. The order was for 5 cars. If I'm not mistaken, that's only 2. Just give me the fucking money now! Oh, I'm so scared. I really, really am. But you know what? I'm a payment on completion of work type of guy. You don't like the job? Take the fucking walk. Пошел нахер отсюда. А прикольно я их сделал, да? Все лысые и с бородами такими, бородищами. Mulligan's a record producer. He's going through a messy divorce. He's hiding his valuable assets. Как исламисты гребаные. He'll clock any ground surveillance we run. All we've got to go on is that the car's in a lockup in Howick. So we just go house to house? Not quite. We have access to an LSPD helicopter. The computer on board can ID pedestrians from a chip in their driver's license. Что ты там рассказываешь? Find Mulligan in Howick, follow him to the lockup. Это еще не все задание, твою ж мать. All right, so who does what? You're not needed for this job. Phillips, you're in the chopper, Clinton, you're on the ground. Yeah, I don't understand the deal between you two. Yeah, well, I don't understand the deal between you two either. But you know what? Life is just one long mystery. Bye-bye, gentlemen, and stay spiritual. Oh, and Michael, I'll be in touch about your friend, Solomon. All right, good. Да все. Похоже на то. Следуй за вожаком. Время 14 минут. 80% серебро. Ну и пошли вы нахрен. Куда вы там тачки загнали? Мне одну дайте. Что это такое? Ага, это какие тачки они спереть хотят. Почему нету отражения в зеркале? Лун. Люль. Судя по обоине, это у них виста. Фу-фу-фу-фу-фу. Мы давно не беседовали, Майкл. Я беспокоюсь о вашем душевном здоровье. Как насчет сеанса по телефону? Ну, не сейчас. Не сейчас. Так, давайте посмотрим по карте. По-моему, там задание сейчас приоритетное на Фрэнка. Видите, все зелененьким. Убийство. Девин. Ну, давайте выберем убийство. И выберем. По-моему, его Фрэнк зовут. Уже, конечно, пора было запомнить. Но я, в принципе, на это... На это не сильно внимание обращаю. На такие детали. Так, ребятки. Барри, Девин, убийство. Что? Ну давайте убийство. Оно ближе всего, поэтому пусть. Не помешало бы бронежилет купить. Тачка вот стоит. Сейчас ее возьмем. Потом съездим в магаз. Съездим в магаз, купим одежду. Вот он недалеко. Да вообще тут вот рядом. Да успокойся, ты что-то нервничаешь. А что купить? Что купить, что купить? Майки. Ну давайте такую майку купим. Что тут насчет штанов? Топы. Ну давайте вот такую футболочку купим. Под нее купим.
Что? А, то, что я купил, можно одеть, да? О, это прикольно. Так, белую бейсболку, куртку. Но почему-то она меняется вместе с этим, с футболкой. Непонятно, почему так реализовано, ну ладно. В принципе, не важно. Ладно, пусть так. Обувь. Кроссы, кроссы. Беленькие. Все будет белое, короче. И что насчет штанов? Есть у вас тут штаны блатные или шорты? Шорты есть? Есть. Галимые шорты, конечно. Ничего путевого нету, ну пусть такие будут. Рубашки. Топы. Ладно. До свидания. Поехали задание выполнять. Что тут нам приготовили рокстаровцы? Следующее безумие. Тихо. Соблюдайте правила, товарищ. Так. Ага. Таксофон. Man, we must read different magazines. The bastard made a fortune selling customer data to the highest bidder from Moscow to Tehran. He's handing it to the cyber terrorists on a fucking silver platter. Okay, dog, chill, shit, chill. I got you, man. What's the play? I'm reliably informed that he has a weakness for working girls. There's a regular he likes to pick up in La Puerta. Stake her out, and she should lead you to Skinner. I'll send you the location. Meanwhile, maybe I'll take another look at the fruit share price. Mm-hmm. All right, homie. I'll be in touch. Это этот ихний друг инвалид, или кто он там, который их мозговой центр, так сказать. Так, тачку хотелось бы, вон там, смотрите, через дорогу стоит хорошая тачка. Главное перебежать, чтобы меня не сбили. Вот, это будет получше. Грунтлет, грунтлет. О, сейчас по дороге остановимся в амуниции, купим броник. А то тут, наверное, какие-то будут перестрелки и прочие делишки. Надо. Броник не помешает. Смотрите, реализовано потение спины, видите, да? Круто, конечно, круто. Так, ну а все остальное у меня... А, насчет гранатомета. По-моему... Что этот чувак рассказывает? Мне на него вообще насрать, а он мне какие-то небылицы. Да. Ракеты по максимуму. И расцветочка. Розовенькая. Ну и все. В принципе, этого. О, очочки у вас есть. Что тут такого есть? Да не шевели ты башкой своей. Возьму такие. Что ты там читаешь? Ух ты! Да пошел ты, мать твою, а? 11 баксов заработал. Вы видите, это какой-то боксер, блин, от удара ушел. Первый раз встречаюсь с таким. Крутой парнишка. Но все равно это ему не помогло. Тихо, тихо. Хотел проехать через газончик, а там забор. Это опасно. Так, ну что?
тихо. Немножко занос. Кажется, это она. О. Проститутка сядет в машину цели. Проследите, куда она сядет. И убейте водителя. Лол, что? Я думал, ее подобрать надо. Эй, чувак, это ты? Кому ты вообще нужна? Проститутский район какой-то, смотрите, сколько там проституток. Так, ну, я должен ее подобрать или... Или как? Давайте попробуем подобрать ее. Ой. Ну да, Франклина разоблачили. О, Франклин его звать. А я Фрэнк. Ну, в принципе. О. Я начинаю оттуда же, откуда закончил. Это хорошо. Ну, когда этот придурок там подъедет? Подбирать эту тёлку. Станем холодок. Машина греется. Дерзкая проститутка всех посылает. О, это он? Машина вроде ничего так. Hey, baby. О, это он, наконец-то. Какой ты милашка. Ликвидируйте цель. Не убить его? Ну давайте, чтобы было краше, подъедем. Бомбу-липучку ему прицепим. Блять. О. Пук. Покиньте сектор. Вот и все, ребята. Быстро, четко. И без крови. Ни одного выстрела. И это все. Такое легкое задание. Так, перезапуск. Бонус за идеальный побег. Получено денег 5000. Ну ладно. Куда это, кстати, ведет дорожка? Интересно же, стояночка для инвалидов. Тёлочка. Не ссы. Котик побежал, тёлочка побежала. Давайте, кто быстрее, кто быстрее. Котик, давай, давай, давай. Давай, 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 давай. Газуй, котик. Ой. О, котик застрял в текстурах. Что ты тут застрял, да? Не можешь бордюрку перестрыгнуть? Страшно тебе, да? Ай! Оу, фак! Я думал, он кулаком махнет. Что же ты делаешь, Франклин, больной ублюдок? Так, зайдем в карту. Как всегда, она тормозит, тупит. Сейчас еще, наверное, одно задание выполним. Ну и на сегодня хватит. Давайте поедем до вот этого вот Барри. Да? Да. Барри, Барри, Барри.
Так, что это? Какой-то преступник бабло обнимает. На помощь! Меня грабил, урод! Пук! Тихо! Тихо, тихо! Все, я его убил. Что? Ты шутишь, мать твою? Лол! Да сдохнешь ты уже, что ж это такое, а? Вот это да. Блин. А, не, подобрал. Еле убил, он какой-то живучий терминатор. Машина заглохла? Какого хрена? На свои деньги, подруга, я добрый. Сколько там? 1800. О, ничего себе, немало. Ну да ладно. Отдал так отдал. Поедем дальше. Мне нравится ехать и кудок нажимать. Почему-то. Так. А это кто такой? Чё за Барри? А, это этот придурок, распространитель марихуаны. Мистер Революционер, точно. Что? А, ну, смотрите, как у него рука провалилась в этот, в футболку. Не сильно, конечно, прикольно, но это уже такие придирки. И чё, где этот придурок? Он выйдет вообще или как? Где он, мать твою? Или это все, да? Что это за хрень? А, это листочки? Я думал, это дохлые птички валяются. Это, видимо, все, да? С этим чуваком. Заданий больше не будет. Я так понял. Ну ладно, поедем тогда дальше. Может, тачку новую взять. На вид это то же самое, как и у меня было. Просто другая раскраска. Ладно, не буду брать, а то это вдруг копы еще начнут гнаться. Тут иногда из-за такой мелочи может такие войны начаться, что потом не рад будешь. Так. Ну, опять тормоза. Дэвин. Так, где я? Да, мне вот сюда ближе. Поэтому поеду сюда. Прикольные машины с этим. С электродвигателем. Они бесшумные и скорость у них безумная. Ага, ну это опять по таксофончику даст какое-то задание. Кого-то опять грохнуть.
So who the fuck don't you like today? Guy's called Isaac Penny, ruthless vulture capitalist, about to take a controlling interest in Vapid Motor Company and sell thousands of workers down the river. Penny's one of those tight-fisted billionaires, rides the same bus to and from work every day. I was thinking he could take over the route and drop the ass off where he needs to go. I got it. Good. But one thing, if I was you, I wouldn't buy any Vapid stock until the acquisition falls through. Тут можно мутиться вот этими акциями сейчас, да, типа там купить акции, потом этого чувака замочить, потом продать и что-то там на этом заработать. Ну, мне, честно говоря, падло этим заниматься всем. Не сильная охота. Бабла и так вроде пока хватает. Сколько у него там? 60 тысяч, по-моему. И так покупать нечего. Ну, можно покупать машины, можно апгрейдить машины. Можно покупать недвижимость. Хотя, как вы видели в прошлых роликах, я подъезжал купить недвижимость. И там постоянно какая-то хрень писалась, что то ли другим персам это надо делать. То есть, как-то странно все это реализовано, честно говоря. Ну, и вообще, я читал на форумах, что... больше тратится на здания, доходов потом они приносят очень мало. А что мне нужно? Угнать автобус, подъехать до того чувака, да? На автобусе я уже ездил. Такая дура, блин, длинная. Ой, куда ж ты едешь, собака? Хоть я и нарушаю, но ты-то смотри, куда едешь. И гудок у него классный, мне нравится. Такой мощный, как у парохода. Эр, чтобы заглянуть внутрь автобуса, ни хрена себе. Что со старым водителем? Ты всех водителей знаешь? Автобусов, которые тебя возят. Что с тобой не так, парень? Эй, осторожно, мы не пристегнуты. Может, морда не треснет, улыбнуться разок. Или это чисто... это чисто за... этот... тот автобус, который развозит рабочих. Ежедневно, да? Что-то такое, наверное. Ладно, не важно. Залезай быстрее, мы опаздываем. Морда не треснет, разок улыбнулся, а? Мать твою. Кто пернул? Фу, гадость. Да что ж такое, ребята? Что у вас там происходит? В автобусе пернуть, но это вообще верх нахальства. Даунтаун. Здрасте. Да ладно. Обойдусь. Что? Отобрал велосипед? Ликвидируйте цель. Ну ты какой-то больной ублюдок. Что я могу сказать? Да куда ж ты едешь? Ой, до свидания. Выйдите из автобуса. Да, я выйду, пожалуй, и возьму какую-то тачку. Все, уезжаем отсюда. Гоу, 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 гоу. Две звездочки. Оторвитесь от копа, мать вашу. Тихо. Да не психуйте вот так.
Так, ну что, вот сюда вот сейчас заедем. Ой. Нет, конечно, не лучшее место, но... И еще, чтобы быстрее звездочки пропали, еще выходишь так вот с машины. Ну, по-моему, по моим наблюдениям, как-то быстрее все. Да, вот смотрите, все, копы уже не гоняются. Так, задание выполнил бонус за подстроенное ДТП. Что? А, если бы я его сбил именно на этом, блин, я ж не знал, что это. Ладно, неважно. Задница. Так, ну что, ребята, по времени, я думаю, там уже хорошо я все записал. Немало, в смысле. Поэтому давайте на этом закончим, наверное. Посмотрим на эти виды прекрасные. GTA 5. Смотрите. Лифты даже двигаются. Ну, конечно. Еще есть куда расти. Вот, чтоб окна можно было в каждое здание зайти. Подниматься наверх. Ну, это, конечно. Ну, со временем. Производительность компов растет и будет расти уровень GTA 5. Все, ребята. Если вам понравилось, ставьте лайки. И давайте увидимся, услышимся в следующих видео и продолжим же прямо отсюда. Тормоза в меню. Кстати, ребята, если знаете, что может это быть, и как это вылечить, напишите, пожалуйста. И не забывайте за лайки. Ваши лайки — это мое топливо для записи следующих видео. Давайте, всем пока.